Так, там чисто. Куда? Страшная авария случилась сегодня утром в Георгиевском районе. На полной скорости столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель Hyundai уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате два пассажира «Опеля», мужчина и женщина, погибли от полученных травм. Скончался и 4-летний ребенок, находившийся в Hyundai. Кадры аварии остались на регистраторе, но мы предупреждаем, это видео не для слабонервных. Женя! А этот откуда хуя? Зеленый пошел, а он поджарен. Бах! Вот как получилось. Ну-ка.